Всем привет! Сегодня мы достанем из пакетика Рабиота. Бесплатно, совершенно. У нас будет Рабиот с рейтингом 84, и сейчас мы его получим. Пройдем, наконец-то, последнее 500-е событие. И эти 500 событий, кстати, мы прошли благодаря вот команде недели. То есть мы проходим по-быстрому эти все 500 матчей, и все. Сейчас пройдем 500-й матч и получим Рабиот 84. Совершенно бесплатно. Андриан Рабиот. Я, кстати, пытался найти в интернете, как правильно произносить его имя, но все-таки не понял, потому что Google по-своему говорит, там испанцы, французы по-своему. Поэтому Андре Рабиот. Рабиот. Такая фамилия, ну, блин, ну, ладно, не будем ее осквернять. Так, ты куда побежал-то, Буфон? Сука, Буфон, блядь. А куда он бежит-то, нахуй? Стой, дебила, кусок. Вы что, видели, что было? Нихуя себе, Пипа, ты что творишь? Вы видели? Вы видели вот это сейчас, что было? Я не знаю, что это сейчас такое было, но... Еще и бак фифия. Ни хрена себе. И мы получаем Андриан Рабиот. Рабиот или Рабиот, не суть. Так, вот мы прошли команду недели и идем получать Андриана Рабиота. Или Рабиота, простите за ошибку. Все, вот. Давайте вот получим этого ценного игрока с рейтингом 84 ЦП. Я как раз для него освободил позицию. И он хорошо впишется в мою команду. Это прям будет топовый состав. И Андриан Рабиот! О, супер. Я ж прям теку. На самом деле, ПСЖ, топовый игрок. Муа, красавец. Андре Рабиот. Давайте вот прямо сейчас пойдем в состав и поставим его лично в свою команду. У нас состав с рейтингом сейчас 83, я там пару человечек прокачал. Например, вот этот бомжарик был с рейтингом 63, но он просто очень быстрый. И вот для него место. Теперь мы ставим Андре Рабиот. О, конечно, скорость у него меньше, но все равно 84 рейтинг. Бесплатно, совершенно. Прям круто, все. У меня теперь, наверное, весь состав бесплатный, да. Всех игроков, которые у меня сейчас стоят в нападении, то есть Криштиану Роналду, Гризман, Трауре, Дели Али и Рабиот, я заполучил совершенно бесплатно. Еще Кука я получил бесплатно. И Дринкватер тоже из бесплатного пакетика, не знаю, как мне повезло. И, кстати, Рафиня тоже. Я ни одного из игроков не покупал, кроме вот этого чувачка. Остальные все выпали совершенно бесплатно. И еще мы дойдем до 30-го левела и поменяем вратаря. И у нас будет вратарь тоже с рейтингом... нет, вратарь будет у нас уже... Сейчас не помню. Давайте посмотрим, с каким рейтингом у нас будет уже вратарь. И решим. Ну, блин, я не знаю, что решим. Но сейчас посмотрим, с каким рейтингом у нас будет вратарь. И может уже повысится общая характеристика команды. Скорее всего, даже, да, будет 84. Потому что единственный вратарь засирает статистику. Вот. Мы получили Андре Рабиот. И получим вратаря. И он тоже будет уже у нас с рейтингом... Нет, 83 вратарь будет. То есть на 5 характеристик, на 5 цифр больше получит наш будущий вратарь. Все, всем спасибо, ребята, за вот Рабиота. Поставьте лайка, лайка. И, кстати, напишите, как правильно произносится фамилия Рабиот или Рабиот. Ну, я не знаю, как это произносят все люди по-разному. Все, всем, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайк.